В неформальной обстановке ректор Олег Ястребов один на один встретился со студентами. Встреча началась за закрытыми дверями в кабинете ректора. Олег Ястребов рассказал о росте показателей университета и апгрейде территории кампуса. Ректор оказался довольно-таки активным человеком, очень открытым и очень таким, знаете, идущим на контакт и на различные новые предложения их наук. Мы очень много разговаривали про юридическое образование, в принципе, про высшее образование в России и за рубежом, как оно устроено, какие основные, скажем так, вызовы стоят перед высшим образованием. Вот. И также мы проговорили отдельно про развитие стартап-экосистемы в РУДН и про создание эндаумента самых успешных выпускников Университета Дружбы Народов. На бизнес-завтраке ректор обсудил с ребятами идею создания инженерной лаборатории цифрового производства, а также вопрос повышения качества учебного процесса и многое другое. Очень приятно, что во главе РУДН стоит такой человек, к которому всегда можно обратиться, быть услышанным и получить обратную связь.